Международных наблюдателей на выборах губернатора Челябинской области нет. Ни одна организация не подала заявку. С 8 утра на всех участках работают только общественники. Более 3000 наблюдателей от общественной палаты Челябинской области следят за ходом голосования. Ранее все активисты прошли специализированное обучение, получили золотой стандарт и памятку. Они выступают гарантом чистоты и достоверности выборов. Еще один формат работы общественной палаты – это мобильные мониторинговые группы, готовые в любой момент выехать на место по жалобе избирателя. В их составе юристы, адвокаты и правоведы. Всего создано 10 таких групп. По одной в каждом районе Челябинска, еще две в Магнитогорске и Миассе и одна мониторинговая группа Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека. Работает мониторинговая группа Совета по правам человека во главе с Иваном Засурским, в которую включены члены Общественной палаты, Ассоциация юристов, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Уполномоченный по защите прав человека. Будут работать в каждом районе города мониторинговые группы районных палат, общественных палат, а также мониторинговая группа Общественной палаты Челябинской области. Помимо наблюдателей, общественная палата запустила еще один формат работы – горячую линию. Только за первый час работы на нее поступило 7 звонков.